Мы находимся в самом центре города Донецка. Возле нас площадь Ленина, справа от меня находится гостиница «Донбасс Палас». В городе работает диверсионно-разведывательная группа украинских военных, потому что мы слышим минометный обстрел. Люди пытаются укрыться в подземном переходе. Идем туда. По всему обстрел идет откуда-то с той стороны, это даже слышно по направлению звука, мы как раз слышим. И люди оттуда бегут. Но как все ненормальные журналисты, мы бежим туда, где слышно звук. Итоги сегодняшнего обстрела минометного. Судя по всему, это результат взрывной волны, хотя видно хороший путь осколков. Вот. Побита осколками. И вот воронка от снаряда. Люди бегут в убежище. Бегом, бегом, бегом! Дети, бегом! Одна из мин приземлилась на улицу Университетской во дворе, еще одна по бульвару Пушкина. То есть здесь самое оживленное место. Снимай потом. Только надо временно. Сейчас заходим во внутрь больницы, чтобы узнать, есть ли там пострадавшие. Идем. Ну, сейчас там идет. Там доктор есть у нас, тоже скорая? Нет, мы журналисты и полиция. А скорая где? Мы вызывали, мы не можем дозваться скорой. Операторы заняты. Так, скорая. Кого здесь? Ой, блин. Кто ранен у вас? Один человек? Один. Заведующий детской амбулатории взрослой на пожар. Бульвар Пушкина, 12, детская поликлиника. Вот, есть скорая. Около 5 мин разорвали в центре города Донецка 14 февраля в 3 часа дня. В эпицентре поражения оказались объекты, находящиеся по улице Университетская. Наша съемочная группа стала очевидцем обстрела, возвращаясь со съемок. По предварительной информации, 2 человека погибли, 4 ранены. Оксана Волчонок, Давид Худжит. Специально для Новороссия ТВ. Город Донецк.